Сотрудниками полиции по горячим следам задержаны подозреваемые в краже 26 лошадей. Жители одного из сел Иркутской области сообщили участковому уполномоченному полиции о том, что пропали их лошади, которые паслись на полях. Потерпевшие предположили, что животные могли быть похищены. По предварительным подсчетам, причиненный ущерб составил 1 200 000 рублей. На автодороге Иркутск-Качук сотрудники ДПС по просьбе участкового остановили грузовой автомобиль, в котором перевозили лошадей. Граждане, которые находились в машине, заявили о покупке животных, однако никаких документов на них представить не смогли. Было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. В результате оперативно-розыскных мероприятий с сотрудниками уголовного розыска совместно с участковым задержаны трое ранее судимых местных жителей, которых подозревают в краже. В настоящее время фигуранты находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении, а 26 похищенных лошадей возвращены законным владельцам.